Всем добрый день с отеля Кендорок. Сегодня морепродукты фестиваль. Президент Занзибара приедет сегодня на открытие этого фестиваля. Поэтому я хочу вам просто показать. Мы не можем внутри зайти, потому что там билеты нужно покупать. $20 на человека стоит. Если в зоне за $50. И здесь будет этот фестиваль. Это рыбный фестиваль, морепродукты. Показывает каждый, как готовит. Разные рестораны здесь участвуют. И разные отели участвуют. И будет очень большая событие, и сам президент Занзибара приедет на открыто. Мистер Муэни приедет на открыто. Поэтому здесь такая очень огромная большая событие. И все показывают еду здесь, как они хорошо готовят. И здесь диджей будет тоже очень красиво. Сейчас покажу, кто будет сегодня. Вот такая красивая самита, большой самита. И первый раз такой фестиваль делится на берегу океана. Обычно его раньше делали в помещении, а сейчас первый раз делится на берегу океана здесь. В отель Кендуа Рокс и отель Голд Занзибар. Красота! Приезжайте в Занзибар, Хабиб всегда рад вас видеть.